Забей мяч в ворота противника с помощью педали газа. Футболисты нашей редакции пересели на автомобили и устроили автобои. Автофутбол – это смесь правил футбола и дорожного движения. От футбола тут мяч и ворота, а от ПДД – правила помехи справа. Команды по очереди ведут мяч, стараясь загнать его в ворота противника. Нельзя блокировать ворота машины, иначе играть будет неинтересно. Площадку для автофутбола готовили вручную, огородили футбольное поле шинами и привели в порядок несколько отечественных машин, вынув из них лишнюю электронику. Все мы можем вспомнить, как в аттракционах мы любили на машинках чуть-чуть потолкаться, да? Но то дело игрушечные машинки, а другое дело, когда все-таки машина настоящая, и никто тебя не отругает за то, что ты кого-то поцарапал. Максимальная скорость, которую тут можно развить, 50 км в час. У всех игроков есть шлемы, а машины дополнительно оснащены защитными бамперами. Иметь водительское удостоверение совершенно не обязательно, поэтому играть могут даже подростки от 16 лет. Главное, чтобы человек умел пользоваться педалями газа, тормоза и сцеплением. Мария Кравцова, Владимир Волотовский, телеканал «Ника плюс».